Московские частные клиники также готовы принять на лечение пациентов с коронавирусом. Первый из них закупил оборудование, завершает подготовку персонала и уже на следующей неделе открывает специализированное отделение. Репортаж Натальи Тарасовой. Вот так скоро будут выглядеть врачи клинической больницы МедСи, принадлежащей корпорации «Система». В такой экипировке, которая закрывает все, они будут встречать пациентов с симптомами коронавируса. Это первая частная клиника, стационар которой меняет профиль и превращается в инфекционную больницу. 1 апреля мы открываемся на 100 коек. На 100 коек, из них 20 реанимационных. К этому времени на этих койках будет обучен персонал, будут построены специальные шлюзы, разделение произведено на чистые и грязные зоны. По мере загрузки мы будем готовы открыться на 300 коек. Максимальная загрузка по больным этого профиля – это 400 человек. Уже готовы палаты реанимации и аппараты искусственной вентиляции легких. Закуплены средства индивидуальной защиты, лекарства и новое оборудование. И теперь важный этап обучения. Сейчас есть европейские, итальянские, китайские гайдлайны, разработанные рекомендации клинические наши отечественные. Их надо внедрить в работу, в практику работы стационара, обучить с ними всех врачей, обучить, как действовать в экстренных ситуациях и, конечно, подготовиться к наплыву пациентов. Все врачи и медперсонал больницы, это 400 человек, уже прошли дополнительное обучение по протоколам новой коронавирусной инфекции. Ожидается, что пациентов с симптомами COVID-19 будут доставлять по скорой из Москвы и Московской области. Для них полностью освобождают корпус. Всех, кто находился здесь на лечении и реабилитации, переводят в другие стационары. Наталья Тарасова, Александр Козликин, Николай Мурашов, ТВ-центр.